Ребят, хочу для вас записать просто промежуточное видео заготовок на зиму. Вот тут помидоры, нарезанные дольками. Вообще видео о морозильном ларе. У меня Атлант. Я уже выпускала первое видео, когда я его только купила. Как я там наморозила полуфабрикатов, пельменей всяких там. Котлеты, все такое. Вот. Хочется что сказать. Сейчас на носу 1 сентября. Наверное, уже полночь. Оно наступило. Все детки пойдут в школу. А мамы куда пойдут? Ну, конечно, они их проводят. Их все, на линейку-то нельзя в этом году ходить там. Многим мамам и папам никого не пускают. Ну, это вы все понимаете. Вот. Это на пиццу, на все дела. На рагу. И куда мы идем? Мы идем на рынок. А на рынке сейчас такая пора, когда можно купить что-то очень-очень дешево. Прям за 20, за 30 рублей килограмм каких-то овощей. Я беру в такое время цветную капусту. Вы не пугайтесь, я все вам покажу, почему она стоит так дешево. Ну, вы понимаете, что она не первой свежести. Тут вот какая-то парша немножко ее срезает. А в принципе, это смотрите, она вся свежая. Вот ничего такого криминального. Кажется, мама, криминал. Нет, то просто срезается вот эта верхушка. И вот такой капусты я набрала сегодня. 3,5 килограмма на 70 рублей. Целый пакет. Из нее получается вот такая вкуснятина. Это в кляре приготовленная цветная капуста. Я ее как-нибудь, наверное, приготовлю с вами. Вообще, этот рецепт меня научила делать свекровь. Цветную капусту. Разбирают на соцветия. Большие соцветия разрезают, ну, на 4 части. Потом делают кляр. Кляр – это домашние яйца, мука, майонез и сыр. Ну, сыр я беру пармезан. Майонез я беру слобода. Муки чуть-чуть сыпем. Сами понимаете, так вкуснее. Если вы возьмете плохие продукты, у вас и получится это не очень. Наливается в сковородку с антипригарным покрытием масло растительное, разогревается хорошо. Ну, на самый сильный огонь не надо ставить, но вы понимаете, да, кляр, он не любит тоже, когда там все горит. И все, обмакиваете. Я забыла вам сказать, когда мы разбираем капусту на соцветия, буду накладывать, потому что а то это все, ну, потечет. Ее надо отварить 3 минуты в кипятке. Без соли, без ничего. Соль уже добавляется непосредственно в кляр. Отвариваете, оставляете. Куда там она? Просто лежит. Потом ее просто берете. Обмакиваете в кляр. И кладете уже на разогретое масло. Минута с одной стороны, минута с другой. И, как говорится, под наблюдением на ваших глазах возникает такое вот чудо. Это очень вкусно. Выкладывается она на бумажное полотенце, либо на салфетку. Это очень вкусно. Это можно съесть просто целую гору. Ты будешь сытый и довольный. Что еще можно сказать? Но мне еще есть что сказать. Вот морозильный ларь «Атлант» – это такая красота. Это такая красота, люди, если вы еще не взяли. Я не знаю, возьмите в кредит. Туда столько влезает всяких разных овощей. Вот сейчас я эту капусту почищу, переберу и брошу в заморозку. И буду всю зиму есть. Цена просто, считайте, что даром. За 20 рублей за килограмм цветной капусты. Ну, это у нас просто рынок. Вот он рядом, под домом. Да, у вас, может, там далеко. Или у вас нет такой возможности ходить. Вы работаете днями и ночами. Может, у вас кто-то там... Соседи помогут. У нас вот бывает такое, что люди кооперируются, и один одно достает, другой другое, да, как в советское время, можно так сказать. Вот. И набирайте простых овощей, тех же баклажанов, которые тоже сейчас рублей по 20 можно найти за милую душу, приготовить очень-очень вкусные вещи с них. Или какие-то закрутки, консервации. Я, кстати, тоже сегодня помидоры сделала квашеные и огурцы квашеные. Буду смотреть, вкусно, нет?
вот, в пластиковых контейнерах. Сейчас покажу. Ну, вот так вот это выглядит. Контейнеры по 50 рублей. Там в рассоле все это будет бродить дней 5-6. И потом будет... Огурцы будут сливаться простой водой, а это будет стоять в холодном месте, прохладном. Так, вот наш ларь. Открываем. Та-дам! Что мы тут видим? Он практически полностью забит. Вот осталось немножко, как говорится. Чем вы думаете, он забит? Ну, конечно же, перцами. Я вчера привезла перцев целую ораву, просто огромный пакетище. И до этого я еще наморозила вот уже готового продукта порядка 20 килограмм. То есть здесь порядка 30 килограмм перцев. Морозится все, они вот еще не все заморожены. Это вот грибы, да, у нас остались еще в заморозку. Мы сюда покрошим нашу цветную капусту. Баклажаны, кабачки, ягоды. Сейчас будем готовить вареники с черникой. Чернику я брала на рынке. У нас черника не растет. Поэтому Атлант рулит, как говорится. Он, вот посмотрите, это камера сама по себе маленькая, компактная. Сколько в нее влезает, это вообще просто непередаваемо. Вот все, что твоей душеньке угодно. Вот, все вот. Даже те пакеты, которые я использую, да, вот эти вот, если я их его использовала, я могу вернуть обратно сюда в морозилку. Ух, у меня там разорались мои домашние. И использовать его повторно. Вот, тут еще не все заморозилось, потому что я морозила сегодня днем. Вот, наши перчики. Вот, ну, элементарно, я же вам не буду показывать, что туда кладется. Я вам показала ингредиенты. Вы уж додумали, что нужно смешать фарш, зажарку, рис, соль и перец. И затолкать это все в этот, ну, в сам перец, да. Вот такие вот дела. Пойдемте резать цветную капусту, подготавливать. И все, и мы в шоколаде. Что хочу сказать? Ой! Атлант. Красота. Ларь-то морозильный на 145 литров. Он небольшой, не занимает много места, но он вмещает все за счет того, что это ларь, да, как говорится, бассейн, как мы называем, залез и закрылся сверху крышкой. Он вмещает в себя больше продуктов, чем вот такие вот обычные холодильники. Что мама делает? Ты держи над столом, хорошо? Не могу. Вот так. Так, а руки твои видны? Вот так держи. Вот так. Хорошо, держи. Вот, чтобы мама видно, что мама режет. Ну, с тебя оператор никакой, Андрюшка. Ну, какой? Ну, никакой с тебя оператор. Ну, это не сложно. Не сложно? Ну, помоги ты да маме, раз не сложно. Поснимай. Ну, так ты держи, хорошо? Ну, вот, нарезали. Видите, все чистенькое. Там буквально немножечко было всего. Ага, вот. Сейчас я это срежу. То есть никаких там криминальных, никаких гнилушек, вся капуста, вся очень чистая. Вот, для того, чтобы приготовить такие вот штучки, нужно маленькие кусочки, вот такие вот. Вот. Один вилочек, я говорю, мы уже съели, второй я оставила на завтра. Буду готовить еще такую вкуснятину. А это все в заморозку. Засовываем в пакет. Я тоже подготовила. Пакеты я ложила, чтобы не слипались наши помидорки. Диски с помидорками. Это вообще такая прелесть. Цветная капуста заготовить на зиму. Зимой она стоит где-то по 200, по 180 рублей, не меньше. Попробуй ее купи. Многие уважают цветную капусту, допустим, вот эти, которые занимаются диетами, так называемые кето-диеты. Люди, кто в теме, тот знает, что это полезная вещь вот, для худеющих и для детей с эмоциональным таким сильным
сильной эмоциональностью, так скажем. Если есть поменьше углеводов, неполезных, там, муки и так далее, то организм человека со временем адаптируется, и он становится менее возбудимым, так скажем. Проясняется ум. Ну, вот они, по-моему, даже сахар не едят, да, на кето-диете. Грустно, грустно, знаете. Худеть-то оно хорошо, эффективно, но грустно. Засовываем в пакет и отправляем в морозильный ларь. Ларь заполнен. Капуста на месте. Вареники приготовили. Все, покупайте, не пожалеете.